Все мы прекрасно знаем замечательного актера, народного артиста РСФСР Георгия Юматова. Одной из самых знаменитых его ролей стала роль Алексея Трофимова в фильме «Офицеры» 1971 года. В одном из эпизодов, когда Алексей Трофимов возвращается из Испании, мы видим у него на спине шрам от пулевого ранения. Этот шрам не грим. Георгий Юматов был ветераном Великой Отечественной войны. Он трижды был ранен и получил контузию. Георгий Александрович служил сигнальщиком на торпедном катере, но не раз ему приходилось участвовать и в штыковых атаках в роли обычного морского пехотинца. О его мужестве свидетельствует то, что он был награжден медалью Ушакова под номером 6. Ее давали только морякам и только за личное мужество. Георгий Юматов участвовал во взятии Вены и Будапешта. Он мог бы стать прекрасным офицером, но выбрал актерскую стезю.